Али Гуфу перегоняет стадо верблюдов с водопоя на пастбище в пустынной местности региона Марсабит в Кении. Это дело он перенял у предков. Его животные выносливые и легко переживают засухи. Но теперь на помощь пришли и современные технологии. Недавно он начал использовать новое мобильное приложение. Через спутник оно определяет, где найти воду, пастбище, а также как избежать зоны эпидемии и других опасных участков. Раньше мы много ходили в поисках пастбища, но с февраля этого года мы начали использовать AfriScout, и это нам помогает. Теперь мы можем с легкостью найти место для выпаса. С водопоя до пастбища мы добираемся засветло, поскольку знаем, где есть место получше. Раньше искать пастбище помогало сарафанное радио. Еще отправляли гонцов на разведку. Но это было долго и непредсказуемо. Например, пока гонец успевал вернуться и сообщить о хорошем месте, туда приводили другое стадо. А встреча двух групп на одном пастбище часто заканчивалась ожесточенными стычками. С появлением приложения насилие стало значительно меньше. Приложение помогает скотоводам выбирать места для миграции, получать более точную информацию, передвигаться. Это также помогает сократить потери скота во время сухого сезона. А этот скотовод говорит, что теперь может обходить зоны, где наблюдаются эпидемии. Мы узнаем, где пастбище лучше, где найти воду и где нет болезней. На этих землях живут представители народа масаи. Они сохранили традиционный уклад жизни и одежду. Однако современные технологии теперь прочно укоренились и здесь. И они особенно актуальны, поскольку климат становится теплее, а засух больше. Приложение уже тестируют на территории Эфиопии и Танзании.